В этом году конкурс проводится уже в пятый раз среди организаторов фестиваля ГУМВД России по Челябинской области. Лауреаты конкурса соревновались в таких номинациях, как патриотическая песня, хореография, художественное слово, арт-забава, техническое и фототворчество. Значительно обновился репертуар у всех участников конкурса. Стало очень много интересных, новых хореографических коллективов появилось. Большое количество солистов, ребят подросло, достигло 7-летнего возраста и вышли на сцену будущей России. В конкурсе принимали участие как студенты, так и первоклассники. Многие из них – обладатели гран-при фестиваля прошлых лет. В номинации «Хореография» были представлены не только русские народные танцы, но и балетные номера и современная хореография. Жюри оценивали и конструкторские навыки участников фестиваля. Ученики Черниговской школы вручную в течение месяца клеили макет стадиона из 500 листов бумаги и собирали электронные схемы с помощью обычного лего. Датчик света. Он срабатывает, подает сигнал на сиксер, что машина проехала, и мост поднимается. Так он работает в действии. Концерт по традиции завершился выступлением народного артиста Российской Федерации Бориса Каплуна. Участникам вручили грамоты и сувениры, а победителям – современные гаджеты и мягкие игрушки с хоккейной символикой.